«Локомотив» хочет, чтобы отношения с главным железнодорожным университетом страны были близкие, теплые, развивались. Мы были связаны не только на футбольных матчах, где мы с удовольствием ждем всех студентов, преподавателей университета, но и вне его. Для нас, например, очень важно, что «Локомотив» представляет нам возможность, чтобы ребята сдавали нормы ГТУ. Это очень важно. Очень важно, чтобы наши команды, которые не имеют возможности тренироваться в МИИТе, чтобы они могли это использовать здесь, на стадионе «Локомотив». Команда «Локомотив», она не только интересная по своей игре, по содержанию, она исторически действительно отражает вот ту суть, которую характеризует сообщество железнодорожников. Это очень важно и для общества, и для акционерного общества «Российские железные дороги», и для клуба, ну и, конечно, для нас, потому что все-таки без спорта жизнь неполноценна, тем более у студентов. Спасибо.